Мы в столице Кубы, Гаване. Смерть Фиделя Кастро застала местных жителей врасплох. Некоторые из молодых людей, отдыхающих на улицах города, еще не знают о случившемся. Другие только что получили известие о кончине лидера кубинской революции. Смерть командующего меня удивила, я просто не могу поверить в это. Ведь он такой могущественный человек, такой сильный. Я действительно не верю в это. Это нормальный жизненный процесс, но никто не может быть готов к такой новости. И еще меньше, когда речь идет о смерти командующего. Ну что ж, я потрясен, я просто не понимаю. Он был общественным деятелем, которого все любили и уважали. О кончине Кастро сообщил его брат Рауль по телевидению. Бывший кубинский лидер умер в пятницу вечером на 91-м году жизни. Его останки будут кремированы в субботу.